поводу выбора нового премьера. А кто был в шорт-листе? Ну, я называли могу... Мишустина, Собянина, что Мишустина. У вас лежало два указа, до последнего решали. Мишустина никто не называл, кроме меня. Я могу вам сказать, что было три кандидата. Три? Да, мне было предложено три кандидатуры. Если не четыре, четыре даже. Но Мишустина среди них не было. То есть это было ваше? Мое. А чем вы руководствовались? Личными и деловыми качествами Михаила Владимировича. А то, что он так цифровизацию провел в своем ведомстве, это учитывалось? Учитывалось. Даже не то, что он провел ее, цифровизацию в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата.